первую очередь мы бы, наверное, пошли в панораму обороны Севастополя. Я не хожу, мне некогда. А мы работаем, поэтому никуда не пойдем. На работу. На работу, да, вот, кстати. В первую очередь пойдем в театр, наверное, конечно. Мы очень любим спектакли. На что хотите сходить? Ну, посмотрим. Не смотрели еще просто афиши. В театр. Наверное, в музей Крашицкого все-таки. В первую очередь. Или в музей Черноморского флота. Конечно же, в театр. Ну, хотелось бы, чтобы для детей открыли какие-то мероприятия. Футбольные, например, турниры. Ну, кино, ну, наверное, кино открыли. В кино хочется сходить, потому что. Да, если там что-то идет нормальное. Кинотеатр тоже вполне возможно. Рестораны тоже хорошо. Конечно, ограничения должны быть, чтобы удержать, да, вот эту эпидемию. Но, с другой стороны, я понимаю, как очень сложно бизнесу, конечно, в этот период приходится. Поэтому я очень рада, что снимаются ограничения. Ну, может, в театр сходим. Театр, наконец-то. Нам 3 раза уже меняли билеты, поэтому я надеюсь, что мы все-таки попадем. По театру больше всего соскучилась? Да. А еще куда хотелось бы сходить? Ну, какие-нибудь, может, выставки. По музею. Экскурсии, да, что-нибудь такое. Вы знаете, я только что из бассейна, а сейчас просто погуляю. Я всех поздравляю с отменой этих ограничений и воспользоваться всеми теми прелестями, которые природа наградила ваш замечательный край. Я вообще не местный житель, поэтому очень вам завидую. Я с далекого севера, где у нас минус 37 против ваших вот плюс 10, поэтому от души прям рада за вас. Спасибо чтобы большое. Вы жили полной грудью.